Места всем не хватит. Скандал вокруг речных рейсов Чили-Юры обратно. Перевозчики после проверки транспортной прокуратуры рискуют остаться без пассажиров и их водителей. Что происходит на линии, разбиралась Алина Ваучейская. Средние учебные заведения Ненецкого округа заработали по-новому. Что изменилось в СУЗах после разговоров о реорганизации, на что потрачены десятки миллионов рублей, выделенные на модернизацию. Об этом в специальном репортаже Олега Хатанзейского. Ненецкому округу 88. Как развивался первый в стране автономный округ и как живет сейчас, в репортаже Валентины Чебичек. И детские площадки построены, скверы облагорожены. В поселке Искатели подвели итоги реализации нашумевшей программы «Городская среда». Вы смотрите информационную программу «События недели». О самом важном и интересном, что произошло за минувшие 7 дней, вам расскажут наши корреспонденты. Я Владимир Томилов. Здравствуйте. И в начале выпуска о ситуации, которая сложилась вокруг речных перевозок по маршруту Чили-Юрн-Ринмар. Проблема заключается в том, что транспортные компании заявили о возможном ограничении на перевозку желающих отправиться в путь на барже со своим автомобилем. После проверки транспортной прокуратуры одному из операторов судов было выдано предписание о недостаточном количестве аварийно-спасательных средств на борту. Кроме того, всплыло постановление, запрещающее перевозчикам брать людей без закрепленной за ними койки места в каюте, даже если оплачено место за машину. То есть провести путь в собственном транспортном средстве отныне вне закона. И все это произошло в завершении сезона отпусков, когда отдохнувшие возвращаются в Ненецкий округ. Надо отметить, что тема, в которой мы решили разобраться, оказалась довольно запутанной. Тем не менее, мы пообщались со всеми лицами, так или иначе причастными к этой истории. Специальный репортаж Алины Ваучейской. Мы готовы ночевать, извините, в машине. Получается, что нарушаем, как бы так вот. Но никуда от этого не деться. Каких-либо государственных обязательств пока нету. Мы здесь ничего не можем сделать. И карающие органы, они соблюдают законы. Мы хотим соблюдать закон. Вот не знаю, как с этого положения будем выходить. Елена и Олег Кирилловы сегодня одни из немногих пассажиров теплохода СТ-27. Водным транспортом на большую землю супруги выбираются постоянно. В этом году повезло, смеется семейная пара. Отпуск дали только в сентябре, поэтому на баржу попали без проблем. И каюта досталась. А бывало и такое, что приходилось ночевать прямо в машине. В сезон не уехать. Не уехать. И мы готовы ночевать. Извините, в машине, да, и берем вот так же вот у нас сейчас с собой и одеяло, и подушки, если вот так вот придется, ну, сами понимаете, и мы готовы, готовы, лишь бы уехать, потому что когда наплыв отпускников, отъезжающих, в общем-то, тут выбора нет. Ехать надо, как бы отпуска, сами понимаете, по графику, от нас выехать. И действительно, в сезон отпусков на баржу рвутся всеми правдами и неправдами. Одни спешат выехать из Наринмара, другие уже возвращаются на родину и ждут паром в местечке под названием Кабель, что в республике Коми. Ну не остановить их, они заходят, вот, заезжают на машине, допустим, в Чили-Юре, да, вот заехали. Их же не оставишь на берегу, правильно? И получается так, что перевозим больше положено. И так из года в год. Руслан Османов капитаном теплохода СТ-27 работает с 2011-го. Говорит, зачастую желающие уехать на пароме капитана вообще не спрашивают. Если автомобиль есть в списках, заезжают без разговоров, даже если в легковушке по 4 человека. И ночуют прямо в машинах. Пассажирам это выгодно, ведь стоимость размещения в каюте от 700 рублей до 2000 за человека. А тут оплатил место за авто и плыви себе. И вот тогда-то члены экипажа поневоле становятся нарушителями. Может отразиться на, ну, как судовладельца, там, экипаж, естественно, капитан отвечает за все. Вот, так что могут быть приняты какие-то там меры, чего бы не хотелось. А от этого как бы никуда не деться, они сколько лет уже ездят постоянно. Вот и получается, на свой страх и риск и под свою ответственность капитан берет на борт больше пассажиров, чем положено. Так произошло и 31 августа. На теплоход СТ-57 было записано одно количество автомобилей с водителями, по факту же приехало намного больше. Капитан решил войти в положение отпускников и отчалил от берега Кабеля с так называемым перегрузом. Но его бы никто слушать не стал. Были случаи, вот Мишарина рассказывала капитана, женщины выбросили за борт вообще. Да.
там никто... Все хотят ехать, вот представляете, с дальней дороги, да? Вот он, паром, все, вот еще немного потерпеть и дома. Кто останется на берегу? А уже 1 сентября баржу в Нарьян-Маре поджидали не только родные путешественников. Ну, нас встретило здесь всех карающих органов, даже там, я их всех и не знаю, как перечислять, им ИСС даже было. Человек 30, наверное. Ну и все, тут реальная облава. Ну вот я понял, что такое первый раз, наверное, в жизни, да, что такое кошмарить бизнес. То есть обыск парохода полный, пересчитывание людей там. Допросы, капитана забрали, деньги забрали. Но вот сейчас хотим осветить это все, да, чтобы люди уже знали, что на следующий год мы уже не сможем брать людей, потому что все-таки законы надо выполнять. И нам вот эти неприятности, получается, страдает капитан. Мы об этом знаем, все об этом знают. Но как бы раньше проще на это все смотрели. Люди ездили, как бы, а сейчас вот настало время, что уже вот на Мишарину завели уголовное дело, сейчас у нас по 57-й уголовное дело за превышение пассажиров. А мы вынуждены будем поднять цены, по-любому у нас рентабельность. Посчитаем, прикинем, сколько, как, чего. В среднем такая баржа вмещает около 60 легковых автомобилей. Если предположить, что в каждом из них будет путешествовать семья из 3 человек, нетрудно посчитать, что за рейс баржа перевезет около 180 человек. По требованиям на каждого пассажира должно приходиться отдельное койко-место. В этом пароходе их всего 60. Такие требования прописаны в правилах плавания по внутренним водным путям России, утвержденными Минтрансом. В этом же документе говорится, судоводители должны принимать все меры предосторожности с целью предотвращения опасности для человеческой жизни. Впрочем, на сегодняшний день все 5 паромов, которые курсируют по маршруту Нарьян-Мар-Шельюр-Нарьян-Мар, чаще всего ходят с нарушениями. Заложники несчастья. Да, вот фирма «Транзит», я слышал, что сейчас пришли карающие органы. Да, не спорим, виноваты. Виноваты только в том, что, приходя на поселок Шевельюр, на место кабель, которое является просто лесом, либо полем, обозвать его никак невозможно, причем не оборудовано ничем. Ни туалетом, ни залом ожидания. Даже, ну вот я говорю, как Владимир Валентинович сказал, что мусорные контейнеры за свой счет ставим. Вот. И приходя туда, мы видим, что народа, желающего доехать до округа или с округа, его превышает, превышает на порядок, чем у нас пассажиромест на судне. И не вывезя их, мы, я говорю, еще раз повторюсь, являемся заложниками ситуации, потому что у нас скоропорты, у нас овощи, у нас фрукты, у нас, в конце концов, продукты. С этой проблемой перевозчики обратились к местным властям и поставили в известность, что дальше так продолжаться не может. Предприниматели дали понять, приступать закон они больше не намерены и будут брать на баржу только допустимое количество пассажиров. Бизнесмены предложили несколько вариантов решения намечающегося транспортного коллапса. Один из них – запустить дополнительный теплоход типа «Зари» или «Ракеты». Таким образом, водитель загрузит автомобиль на паром, а сам до пункта назначения будет добираться другим транспортом. Чиновники, в свою очередь, решили, что в этом сезоне, в случае необходимости, смогут помочь с организацией авиарейсов до Усть-Цельмы. Здесь каких-либо государственных обязательств пока нету. Но округ при загрузке рейсов готов переговорить с авиаотрядом и поручить авиаотряду при загрузке рейсов, еще раз повторяю, полной загрузке, организовать рейсы с Усть-Цельмы до Нарьян-Мара. Но опять же надо понимать, что оплата билетов будет полностью производиться за счет жителей округа, которые необходимо выехать оттуда. Авиабилет нужно будет оплачивать из своего кармана, а следовательно возникает вопрос, пойдут ли на это пассажиры баржи. Тем более, что от кабеля до Усть-Цельмы добираться придется автобусом. В итоге эту навигацию договорились доходить так. Пиковый сезон позади, а значит ажиотажа на паромные перевозки среди нарьян-марцев уже не будет. Ну а к навигации 2018 года бизнесмены и представители власти будут думать, как выходить из сложившейся ситуации. Так или иначе, на сегодняшний день эта проблема не решена, и остается только догадываться, чем же может обернуться следующий сезон отпусков для нарьян-марцев. Алина Волчийская, Игорь Тарасевич. События недели.
Весной этого года Ненецкий округ сколыхнула новость о перезагрузке местных средних учебных заведений. Тогда по региону пронеслись слухи, которые поражали своим содержанием. Говорили об объединении СУЗов, либо же о сокращении работников, а зачастую и вовсе предрекали их скорое закрытие. Но вот наступила осень, и все три учреждения открыли свои двери для студентов. Мы решили выяснить, что изменилось в образовательном процессе каждого из них. Тем более, что СУЗам нефтяники выделили колоссальную сумму на модернизацию материально-технической базы – 70 миллионов рублей. И еще важный момент. В каждом заведении с нового учебного года появились специальности, в которых ребята учатся по принципу софинансирования. 80% за учебу студента платит регион, 20% – либо студент, либо работодатель, если он, конечно, заинтересован в молодом специалисте. То есть схема простая. Предприятие оплачивает учебу за определенного студента, тот после получения диплома обязан отработать на этом самом предприятии несколько лет. Это что-то вроде целевого обучения. Помимо всего прочего, с этого года в СУЗах появилось немало новых специальностей, тех, которые востребованы в нашем субъекте. В следующем году откроются и другие новые профессии, в том числе оленевод-механизатор. А в целом в регионе хотят добиться одного, чтобы выпускники из СУЗа после окончания учебы не остались без работы. Специальный репортаж Олега Хатанзейского. Школьные годы пролетают незаметно, это знает каждый человек. Сегодня ты первоклассник, уже завтра студент. Алексей Михеев – будущий автомеханик. Он пошел по стопам отца, говорит, профессия обязательно пригодится. Музыка – вот главное дело всей его жизни. Я битбоксер. Как преподаватели отнеслись к тебе, когда узнали об этом? Ну, постоянно спрашивали, где выступаешь, когда выступаешь, где прийти, посмотреть. Первого сентября за парты Ненецкого профессионального училища сели 100 новых студентов. Впервые здесь появилась группа будущих мастеров в сфере ЖКХ. Такую специальность открыли не случайно. Она является наиболее востребованной на рынке труда, как на российском, так и региональном. После окончания СУЗа выпускники получат сразу несколько рабочих профессий – сварщика, электрика, сантехника и других. В общем, из училища выйдет многопрофильный специалист. Нет сегодня, предположим, сварщика, он бы хотел, но он может, например, поработать сантехником начать, ну и так далее. Мастером потом участка. У них всегда есть определенный люфт карьеры, которые они могут делать. И это тоже должны знать ребята, которые поступили. В группе 25 человек. Свое первое профессиональное образование они получают по принципу софинансирования. Ни в одном другом регионе такой практики больше нет. Это когда 80% оплачивают администрация Ненецкого округа, 20% либо сам студент, либо работодатель, который заинтересован в будущем молодом специалисте. 16-летний Низами Хайрбеков уже знает, куда устроиться после получения диплома. В свои ряды его ждет одно из коммунальных предприятий региона. У меня вся линия как бы отца идет, ну, в этой профессии, как бы мне тоже хотелось бы туда попасть. Буду учиться и также работать в этой профессии. Эти ребята смогут работать не только в сфере ЖКХ. Дорога будет открыта и в нефтяную промышленность. В начале лета на модернизацию материально-технической базы НПУ получила от нефтяников порядка 50 миллионов рублей. В частности, уже купили вот такой автоматизированный тепловой пункт. Он необходим для практических занятий. Оценки за работу теперь будут выставлять не преподаватели, а компьютер. Современным технологиям здесь только рады. Такого в регионе еще ни у кого нету. Ну нет, да, нет. Это вот оборудование мы сейчас только закупаем. Мы не только открытие ждем с нетерпением, а нетерпением ждем, чтобы начать подготовку уже ребят, чтобы они вот на этих модулях проходили. Ну и это будет давать возможность делать подготовку, переподготовку для наших коммунальщиков, повышение квалификации. Своя мастерская появится и у студентов-нефтяников прямо в стенах образовательного учреждения. Это будет целый комплекс различного оборудования, которое сегодня используется на месторождениях. Аналогов в регионе нет. Задача училища – выпускать высококлассных специалистов, при этом чтобы они были востребованы в родном регионе. Ведь практика показывает, зачастую нефтяные компании, работающие в округе, предпочитают привлекать людей с большой земли, мол, у них выше квалификация, да и есть опыт работы. Такие разговоры должны остаться в прошлом, говорят местные власти. Отныне каждый студент будет понимать, что его ждет после окончания учебы. Могло получаться так, что сегодня он в одной организации, в другой мог попадать, да, студент и так далее на практику. Сегодня основная задача, чтобы в определенной степени по максимуму закрепить как бы человека, вот этого молодого, да, будущего специалиста, так скажем,
закрепить за организацией, за предприятием, куда потом мы будем прийти работать. Будущие операторы нефтяных и газовых скважин не скрывают эту профессию, выбрали, потому что она высокооплачиваемая. Никита Лешуков, например, приехал из республики Коми, говорит, там на операторов не учат. Когда узнал, что в Наринмаре набирают группу, собрал вещи и, не раздумывая, перебрался в соседний регион. Я хотел в Ухту поступить, но как бы получается, что там профессия была монтаж, оборудование купаться, это не мое. Я на операторе по телефончику там... Поговорить и все такое. Так я тут оказался. Полная перезагрузка произошла и в аграрно-экономическом техникуме. Задачи здесь те же – поднять престиж рабочих профессий, ну и, конечно, качество самого образования. Начали с модернизации. От недропользователей учреждение получило 20 миллионов рублей. Деньги потратят на закупку необходимого оборудования. В здании, в частности, появится собственная лаборатория для будущих поваров-кондитеров. Это площадка для кулинарного творчества. Работать на ней смогут не только студенты техникума, но и других учебных заведений. Это называется сетевым взаимодействием между СУЗами. Этому уделяется огромное внимание, так как мы все три учебных заведения ориентированы и понимаем, что есть какие-то нюансы, ограничения в материально-технической базе, и чтобы максимально использовать то, что у нас имеется, и максимально дать качественные знания, да, при подготовке наших студентов, мы решили, конечно же, вот взаимодействовать между собой. При этом будущих поваров-кондитеров практически полностью освободили от платы за образовательные услуги. Здесь, как и в профессиональном училище, действует принцип софинансирования. Директор техникума Оксана Данилова признается, некоторые предприниматели уже готовы оплачивать учебу за определенных студентов, но с тем условием, что после выпуска они придут к ним работать. Это так называемое социальное партнерство. А вот основную сумму, 80%, учебное заведение ежегодно будет получать из регионального бюджета. Поварское и кондитерское дело. Эту специальность мы получили лицензию по этой специальности в апреле 2017 года, то есть буквально недавно. Эта специальность входит в топ-50, то есть это востребованная на рынке России профессия, специальности, и в том числе также она входит и в топ-регион. Специальность права и организация социального обеспечения в этом году стала одной из популярных среди вчерашних школьников, при том, что обучение платное, в группе 25 человек, хотя заявление на зачисление написали аж 45. Но принять всех желающих техникум просто не смог, существуют жесткие стандарты. Игорь Карманов, ему 23, сегодня получает свое первое профессиональное образование. Поступить на юриста молодому человеку предложили сотрудники региона общества инвалидов. Ребята все хорошие, все ребята, это мои знакомые, с которыми я был знакомиться до этого, так что барьеров вообще нет. Даже думаю, что пойду сразу работать по специальности. Но ты явно хочешь остаться в нашем регионе и работать здесь? Да. А это будущие акулы бизнеса. Учеба для них абсолютно бесплатная. В Наринмар Дмитрий Седый приехал из Усть-Кары. Со временем студент планирует открыть свой магазин. Говорит, предпринимательство – это его. Эта профессия на данный момент очень востребована. Еще у него высокий уровень заработка, и наверное, спрос будет на эту профессию. То есть деньги соблазняют? Ну не то, чтобы деньги. Предпринимательство – это вообще интересное дело для меня. В следующем году в техникуме появится еще одна новая специальность – оленевод-механизатор. Профессия необычная, но в то же время востребованная, говорят специалисты. Все необходимые документы на ведение образовательного процесса заведение уже получило. Дело за малым – набрать первую группу. Удивительно, но когда-то техникум уже готовил таких специалистов, как профессиональный оленевод. И вот спустя многие годы направление снова возрождается. Хотя, казалось бы, ну чему можно научить человека, который едва ли не всю свою жизнь провел в бескрайней тундре? Кроме того, что будут готовить оленеводов, ребят получат навыки управления квадроциклами, снегоходами, ну и все, что связано с перемещением по тундре. Ну а кто пойдет учиться, это могут быть как и коренные, представители коренных малочисленных народов, так и жители Наринмара. Пожалуйста, у нас для всех открыта дорога. А что же с социально-гуманитарным колледжем? Как обстоят дела здесь? Вот студенты специальности дошкольное образование ознакомятся между собой. Учебный год только начался, значит, главное сейчас найти общий язык с однокурсниками, точнее, однокурсницами. Этому юноше выпала нелегкая миссия. Он единственный мужчина в женском коллективе. Впрочем, барышень, кажется, это устраивает. У нас есть один мальчик, нам легче. Я по профессии буду логопедом. И мне оно нужно, дошкольное образование. Логопед – это связано с детьми и... Ну, их воспитание. Из тех денег, которые нефтяники выделили на модернизацию СУЗов, колледж получил самую незначительную сумму. Ее уже освоили, купили два интерактивных сенсорных стола. Большой планшет получается. Такой большой планшет, на котором смогут дети играть, рисовать,
проводить какие-то, ну, такие вот игры. Директор образовательного учреждения Галина Назарова рассказывает о новых специальностях, которые появятся в следующем году. Одна из них – фельдшер. Профессия входит в топ-регион, то есть считается востребованной. Власти округа пообещали выделить средства, чтобы заведение закупило все необходимое для подготовки будущих врачей. А пока здесь продолжают выпускать медицинских сестер. Ни один другой СУС округа больше не готовит таких специалистов. В этом году набрана группа «Сестринское дело» именно на условиях софинансирования. Стоимость обучения определена, она стоит примерно 51 тысяча в год. Из них 80% платит округ по нашей заявке, и 20% ложится на плечи студентов. Но на сегодня уже проведены переговоры с департаментом здравоохранения и главным врачом больницы о том, что они смогут взять на себя оплату обучения вот этих 20% за студентов, и предоставляя ему базу практики и с обязательной отработкой после окончания колледжа в течение 3 лет. Поэтому, конечно, здесь повышается мотивация, соответственно, улучшается и качество. О том, что руководство больницы готово платить за студентов и в дальнейшем принять их на работу, первокурсники уже знают. Такая новость их, понятно, обрадовала. Ведь для некоторых ребят даже 20% сумма едва подъемная. Ты окончил учебное заведение, ты сразу же пришел на свое рабочее место и со спокойной душой работаешь. То есть получается, это что-то вроде целевого обучения. Предприятия частично оплачивают учебу, студент, в свою очередь, после окончания СУЗа трудоустраивается на то самое предприятие. И руководству хорошо, и молодому специалисту тоже. Основная задача, которую ставит губернатор Ненецкого округа перед учреждениями среднего профессионального образования, это готовить кадры, которые будут востребованы экономикой и социальной сферой Ненецкого автономного округа, которые могут работать в современных условиях, которые обладают соответствующими компетенциями. Мы будем рассматривать успешность работы, еще раз повторюсь, учреждений, потому сколько выпускников будет трудоустроено в год окончания учебного заведения. В общем, увидеть результаты перезагрузки средних учебных заведений можно будет только через несколько лет, когда сегодняшние первокурсники покинут стены образовательных заведений. Какими они будут специалистами и будут ли востребованы в родном регионе, покажет время. Олег Хатанзейский, Вадим Стасюк, Александр Дуркин. События недели. Сегодня в Ненецком округе отмечают день рождения региона. Он был образован 88 лет назад. Правда, не 10 сентября, а 15 июля. В связи с сезоном отпусков праздник традиционно отмечают в начале осени, объединив его еще с одной значимой датой – Днем нефтяника. Сегодня в столице НАО, в городе Нарьян-Мари, традиционно проходят массовые народные гуляния. Подробнее о них мы расскажем вам завтра. А сейчас специальный репортаж Валентины Чибичик об основных вехах становления самого первого в стране автономного округа. В начале 20-х годов 20 века территория современного округа называлась Северный край. Западная его часть принадлежала Архангельской губернии, восточный район – Большеземельская тундра, Коми автономной области. Как говорят краеведы, такое разделение болезненно воспринимали оленеводы-кочевники и русское население Нижней Печоры. Требовалась такая административно-территориальная единица, которая бы учитывала национальный состав населения, уровень и перспективы развития экономики. Ключевую роль в образовании Ненецкого автономного округа приняли председатель комитета Севера Петр Смедович и председатель аналогичного комитета в Архангельске Николай Сапрыгин. Они выступали за создание самостоятельной национально-территориальной единицы. Свою точку зрения они аргументировали исторической целесообразностью. 15 июля 1929 года на карте Советского государства появляется новый и самый первый на Крайнем Севере национальный округ. Согласно постановлению в ЦИК, в состав Ненецкого округа вошли Канино-Тиманский район с центром в селе Нижняя Пеша и Большеземельский район с центром на культбазе Хаседа-Харт. В декабре в состав региона также вошел Пустозерский район с центром в селе Великовисочное, а затем Оксино. Население округа занималось оленеводством, животноводством, рыбалкой, пушным промыслом. Затем началось освоение северных недр. В 1966 году открыто первое из месторождений углеводородного сырья – Шапкинское. За романтикой и новыми впечатлениями в ненецкие тундры спешили жители со всего Советского Союза. Наша работа – это коллективная работа. В одиночку здесь ничего сделать невозможно. Только коллективы, причем большие коллективы,
способны вот преодолеть вот эти трудности, открывать новые месторождения. Сегодня нефтедобыча – основа экономики Ненецкого округа. С 1988 года добыча нефти ведется на 5 крупных, 16 средних и 57 мелких месторождениях. По запасам нефти к крупным относятся Хариягинское, Южно-Хальчуюское, Инзырейское, Тобойско-Медсейское и месторождение имени Романа Трепса. На них сосредоточено порядка 40% разведанных запасов нефти. Недропользователи давно стали надежными партнерами округа в социально-экономической жизни региона. Они строят школы, детские сады, спортивные и культурные сооружения. До 80-х годов 20 века успешно в Ненецком округе развивалась лесопромышленность. Предприятие «Стелла Поларис» сыграло огромную роль в становлении Ненецкого округа и Нарьян-Мара. Благодаря действующему лесопильному заводу, где трудились 500 человек, и который располагался недалеко от выселка Белощелье, и определилось место будущей заполярной столицы. Пиломатериалы, производимые на лесозаводе, очень высоко ценились и шли главным образом на экспорт. Лесозавод обеспечивал своих сотрудников рабочей формой, проживанием и питанием. Великая Отечественная война в 1941 году мобилизовала на фронт практически всех мужчин, оставив только самых необходимых специалистов. Производство пиломатериалов в годы войны остается главным делом предприятия с новым названием «Печорская судоверфь». В 40-е годы на ней построили 8 речных судов. На момент закрытия предприятия в 2010 году там числились порядка 500 человек. Среди них ветеранов труда 300. Они отработали в лесопромышленной отрасли 30 и более лет. В 2018 году они отметят 115-летие со дня основания Печорского лесозавода. Считаю, это самая прекрасная моя жизнь была на лесозаводе. Я опять скажу, я не хочу судьбу иную. Мне ни за что не разменяет ту заводскую проходную, что в люди вывело меня. Помимо трудовой жизни, Заполярный регион активно вливался в культурные процессы, происходившие в стране. В Ненецкий округ, как и в другие регионы Союза, приходит кинофикация. Первая киноустановка на территории будущего города Нарьян-Мар появилась еще в 2016 году. Открылась эта киноустановка на лесопильном заводе «Стелла Поларис». Примечательно, что руководство этого предприятия заботилось не только о прямом назначении судового завода, то есть переработки леса, но еще пыталась организовать культурный досуг своих рабочих. Помимо киноаппарата, то есть кинематографа, установленного там, у них даже был еще и бильярд свой. То есть первые шаги по кинофикации нашего региона относятся именно к 2016 году. Позднее, с 1129 года, начинает работать первая кинопередвижка. Тогда она показывала жителям нашего региона, прежде всего Нижней Печоре, только немое кино. Но 19 марта 1131 года была открыта окружная кинобаза. Первоначально сеть киноустановок в нашем регионе насчитывала всего лишь 2 киноустановки. Этого было мало, но уже в течение 30-х и начале 40-х годов сеть кинофикации в нашем регионе очень быстро растет. Первый звуковой фильм под названием «Путевка в жизнь» был показан в 1935 году в кинотеатре «Арктика». Он стал настоящим центром культурной и досуговой жизни города. Кинозалы собирали зрителей даже в годы Великой Отечественной войны. Детективы, такой колхозной самой тематики. Ну вот, такие прошли очень у нас фильмы с большим процентом. «Судьба», «Любовь земная», «Русское поле». Ну, ряд таких вот дел было в Пенькове. Участвовал Ненецкий округ и в героических событиях советского государства. 21 мая 1937 года в районе Северного полюса совершили посадку самолеты под командованием Михаила Водопьянова. 2 недели перед полетом экипаж провел в Нарьян-Маре в ожидании погоды. За это время полярные летчики провели встречи с тружениками, с школьниками, посещали концерты. Удалось даже провести чемпионат по домино. 12 апреля 1937 года экипажи вылетели на новую землю, а 21 мая совершили посадку в Арктике на острове Рудольфа земли Франца Иосифа. Как сказал Ут Юльевич Шмидт, Нарьян-Мар – это ворота в Арктику. И, значит, и здесь они доводили до ума многие вещи, провели радиостанции, в общем-то, ждали погоды, вот, провели чемпионат по домино, успели за эти недели. Вот. Ну и в итоге 12 апреля 1937 года они вылетели на новую землю, оттуда добрались до земли Франца Иосифа и через там
вот некоторое время, 21 мая, вот совершили свой уже легендарный эпохальный перелет на Северный полюс. На Янмар был такой точкой подскока вот для всех этих летчиков. И они все здесь были, и Водопьянов, и Молоков, и, соответственно, Илья Павлович Мазурук, и многие другие великие летчики. Сегодня Ненецкий автономный округ по-прежнему неотъемлемая часть большой страны, который при этом самостоятельно ведет жизненное обустройство своих жителей. Для этого на территории региона действуют авиапредприятия, производственные организации, строительный завод, мясокомбинат, торговые предприятия и все необходимое для комфортной жизни. Валентина Чибичук, Сергей Качегов, Дмитрий Лукевич. События недели. Сегодня в России единый день голосования. В регионах выбирают органы власти различных уровней. По всей стране открылись избирательные участки. В Ненецком округе сегодня также день выборов, правда, только муниципальных. Кого и где выбирают, спросим у нашего корреспондента Ирины Цепетова на прямой связи с нашей студией. Ирина, здравствуй, ждем от тебя подробности, кого и где сегодня выбирают. Здравствуйте, Владимир. Да, действительно, сегодня в нашем регионе открылись 19 избирательных участков. Всего же в Ненецком округе выбирали глав 4 муниципальных образований, а также депутатов 9 сельсоветов и 1 депутата городского совета Нарьян-Мара. Избирательные участки открылись ровно в 8 часов утра. Своим правом могли воспользоваться около 7 тысяч избирателей, проживающих в поселениях Заполярного района и на территории избирательного округа номер 5, центральный, это в Нарьян-Маре. Ну а теперь, собственно, о том, кого сегодня выбирали в регионе. Жители Пустозерского, Андикского, Карского и Омского сельсоветов получили на руки сразу 2 бюллетеня. Они выбирали главу и депутатов поселкового совета. Избиратели 5 муниципалитетов – Амдерминского, Великовисочного, Коткинского, Тиманского и Хасидахардского – выбирали только депутатов сельсоветов. В Нарьян-Маре выбор предстояло сделать жителям Центрального избирательного округа. Они принимали участие в голосовании за депутата городского совета. Напомню, депутатский мандат освободился после того, как председатель городского парламента Ольга Старостина стала заместителем губернатора Ненецкого округа. Обеспечивали процедуру голосования 95 членов участковых избирательных комиссий. По решению руководства Управления внутренних дел по Ненецкому округу в населенных пунктах, где отсутствуют участковые уполномоченные, дополнительно были направлены сотрудники полиции для обеспечения правопорядка в период проведения выборов. Отмечу, что голосование уже завершилось, оно продолжалось до 20 часов. Предварительные результаты станут известны в начале следующей недели. Хочу отметить, что главным выбранным годом для россиян станет следующий год. В 2018-м жители Ненецкого округа ожидают сразу 2 единых дня голосования в марте и сентябре. Весной нам предстоит выбрать президента, а осенью депутатов окружного собрания. Владимир. Спасибо, Ирина. О едином дне голосования нам рассказала наш корреспондент Ирина Цепетова. Что еще заинтересовало наших журналистов на этой неделе, узнаете из нашего дайджеста событий. В Ненецком округе завершена кампания по доставке детей из тундры на учебу. За неделю вертолеты и самолеты развезли на учебу около 350 ребят. Всего было выполнено 9 специальных рейсов Нарьян-Марского объединенного авиаотряда. Они вывезли школьников из 19 населенных пунктов округа и мест кочевий семей народовых общин. Самыми многочисленными были первый и завершающий рейс. Первый бор доставил в Нарьян-Мар 126 учащихся западных поселений региона, в частности Нижней и Верхней Пёши, районов Омы и Шойны, а также районов сел Неси и Коткино. Крайний борт забрал ребят из восточных поселений округа, районов Харьевира, Харуты, Воркуты, Усть-Кары, Амдрмы, Каратайки, Варнака, Харьягинского и района общины Ямпто. Ежегодно на перевозку учащихся школ-интернатов НАУ из окружного бюджета предусматривается около 25 миллионов рублей. Городской общественный транспорт перешел на зимнее расписание. Это связано с увеличением количества пассажиров в осенне-зимний период. По информации пресс-службы администрации города, зимнее расписание останется прежним. Изменения коснулись только маршрута номер 6. В связи с дорожными работами на улице Октябрьская автобус этого маршрута с 24 июля ходит по временной схеме. Напомню, общественный транспорт АТП выполняет рейсы по городским и межмуниципальным маршрутам. Зимнее расписание будет действовать до конца мая 2018 года. С подробным расписанием движения общественного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте Нарьян-Марского автотранспортного предприятия. Авиакомпания «Коми Авиатран» завершила чартерные рейсы, субсидируемые из окружного бюджета по маршруту «Москва-Нарьян-Мар-Москва». Всего на летний сезон было запланировано 12 рейсов. Они выполнялись на воздушных судах «Эмбраер» вместимостью 50 пассажиров. Таким образом, в оба направления должны были продать 1200 билетов, но по факту было реализовано 1083 авиабилета, из них 842 взрослых и 241 детский. Неравномерное заполнение рейсов наблюдалось в июне, когда рейс в столицу был полон, а в Нарьян-Мар лишь наполовину. Это было связано с началом сезона отпусков, когда основной поток жителей региона только отправлялся к месту отдыха.
До завершения конкурса на лучший эскиз памятника экипажу буксира парохода «Комсомолец» остается меньше 2 недель. Прием эскизов завершается в Департаменте образования, культуры и спорта Ненецкого округа 22 сентября. Планируется, что местом установки нового памятника станет территория сквера, где находится мемориал погибшим портовикам. Проект организован в рамках подготовки НАУК 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Первый памятник экипажу парохода «Комсомолец» был установлен у здания управления Нарьян-Марского морского порта на улице Сапрыгина в ноябре 1968 года. В этом году комиссия по топонимике мэрии Нарьян-Мара признала необходимость создания нового памятника и демонтажа существующего. Отмечу, что главное условие конкурса – это сохранить художественную идею старого монумента, яркость и плиту с надписью. Согласно положению, новая скульптурная композиция должна отражать художественную идею памятника 1968 года. Теперь переносимся в Омск. В четвертом побывала делегация из Нарьян-Мара во главе с губернатором, в которую также вошли ведущие чиновники администрации Ненецкого округа. Из Омска вернулась и моя коллега Лина Волчиск. Лина, здравствуй. Расскажи, какова была цель визита? Здравствуйте, Владимир. Лейтмотивом этой поездки стало то, что без собственного производства развитие села просто невозможно. К такому выводу пришли жители Омы в ходе встречи с главой региона. Населенный пункт Игорь Кошин посетил в ходе очередной рабочей поездки. Губернатор осмотрел все социально значимые объекты и встретился с населением. Говорили долго и много, но больший упор сделали на тему строительства жилья и развития в Оме предпринимательства. Все подробности смотрите в нашем репортаже. Запуск происходит довольно-таки громкий. Пронзительный визг пилорамы для Михаила Уткина уже вполне привычный звук. В этом небольшом помещении мужчина производит доски и брус для всего села. Распиловкой дерева он занимается около 3 лет. Сначала делал стройматериалы только для возведения своего дома. Когда освоил мастерство, начал готовить доску уже на продажу. Из небольшого бревна получается, ну, с небольшой вот обливинкой, то есть это остается кора. Такой брус, обрезная доска. В качестве индивидуального предпринимателя Михаил зарегистрировался в марте 2017-го. О том, что может претендовать на господдержку на развитие малого бизнеса, узнал случайно, прочитал объявление в газете. И тут же начал готовить бизнес-план и остальные необходимые документы. Если получится выиграть грант, то есть у меня в гранте это все прописано, то буду заниматься производством блокхауса, это в дальнейшем, и вагонки. То есть сейчас для людей это очень, так скажем, потребительский спрос растет на эти виды. Тот материал, который к нам привозят, он очень дорогой. То есть люди, ну, не все могут это себе позволить и купить. Кроме того, Михаил надеется частично решить вопрос с безработицей на селе и устроить к себе на производство несколько человек. На средства гранта планирует приобрести новую точилку для ленточной пилы. Старая уже не справляется. Запускается протяжка, то есть, которая толкает ленту. Охлаждение обязательно. И сама заточка. Михаил Уткин – один из первых жителей Омы, решивший работать на себя. Мужчина не скрывает, в планах не только обработка древесины, но и развитие туризма. Он считает, если будет собственное производство, село расцветет еще больше. А вообще Ома – один из самых ухоженных и красивых населенных пунктов Ненецкого округа. Сейчас вот судно ходит летом, потом вездеходы зимой. Продукты сюда привозят из соседней Архангельской области. Летом по морю, а когда выпадает снег, по зимнику. Ассортимент в местных магазинах довольно разнообразный. Есть даже своя молочная продукция. А вот возведение новой фермы на 50 голов, начатое еще в 2011 году, заморожено. Этот объект – единственный местный долгострой. В эксплуатацию дом для буренок планировали сдать еще в 2012-м. Но, как это часто бывает, подрядчик – компания «Архдорстройкомплект». Деньги получили и почти сразу покинули объект навсегда. С этой компанией мы, значит, и судились, и очень много выиграли. И на сегодня только штрафных санкций больше 90 миллионов рублей. Кроме этого, к сожалению, там еще за этой компанией есть долг порядка 20 миллионов. Были у нас обращения в МВД, и вот, и как я уже говорил, что и в судах мы выиграли, но физически, к сожалению, пока денег мы этих взыскать не можем, да, потому что она там в стадии банкротства либо уже обанкротилась.
Сейчас районные власти планируют выделить деньги на проведение обследования замороженного объекта. Глава региона призвал чиновников заняться решением этой проблемы. Побывал Игорь Кошин и в местной школе. Новым зданием образовательного учреждения довольны все. И детки, и родители, и педагоги. Сегодня здесь учатся 137 малышей. Знания им дают 19 преподавателей. Все учителя у нас специалисты. У нас нет людей, которые прошли переподготовку, и географ ведет русский язык. Нет, у нас все учителя специалисты, специалисты узкие, высокого качества специалисты, высокой квалификации. У нас не хватает математика. Нет специалиста, мы его не можем привести, потому что нет жилья. Осмотрев школу, губернатор направился в Омскую амбулаторию. Это, кстати, одно из немногих сельских учреждений здравоохранения, где есть собственные стоматологические и процедурные кабинеты. Правда, к дантисту здесь можно попасть лишь, когда прилетает доктор из Нарьян-Мара. А вот физиопроцедуры доступны сельчанам круглый год. Здание амбулатории хоть и старое, но содержится в чистоте и порядке. Все объекты социальной инфраструктуры на территории Омы находятся в очень хорошем состоянии. И во многом благодаря тем коллективам людей, которые трудятся, потому что, несмотря на возраст того либо иного здания, конечно, все определяется тем, как коллектив его содержит. В этом же здании аптечный пункт. В ходе встречи с Игорем Кошиным медработники озвучили еще одну проблему – нехватку лекарственных средств и инфузионных растворов для лечения пациентов. Впрочем, частично этот вопрос был решен в день визита губернатора в Ому. Этим же бортом в местную аптеку доставили недостающие лекарственные препараты. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич. События недели. Село Ома. Алина, я правильно понимаю, основной упор в Оме решили сделать на развитие сельского хозяйства и частного бизнеса? Да, совершенно верно. Тем более, что все предпосылки для этого есть. На этой неделе в регионе было принято решение вдвое увеличить сумму господдержки для малого бизнеса. Ну что ж, спасибо. О поездке в Ому нам рассказала наш корреспондент Алина Волчейская. Компания по летнему трудоустройству подростков 2017 стала самой масштабной за последние годы. Об этом сообщили в Центре занятости населения. Всего временную работу на период летних каникул получили 890 подростков. К нам присоединяется руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Сергей Свиридов. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Расскажите вкратце, как прошла компания и кто из работодателей стал самым активным? Здравствуйте, Владимир. По детской кампании хотелось бы отметить следующее, что в этом году были приняты меры, и мы исполняли поручение губернатора по принятию детей. Поручение было, чтобы принять всех желающих, но, вот, к сожалению, сейчас есть информация, что не все дети были трудоустроены. Было изъявлено желание, 76 работодателей изъявили желание, но вот как выяснилось, что было недостаточно создано рабочих мест. Ну, процесс довольно-таки сложный, потому что не все работодатели идут навстречу, чтобы создать рабочее место для несовершеннолетнего, потому что очень много ограничений и возникает много вопросов в связи с трудоустройством. Ну, хотелось бы поблагодарить всех работодателей, которые приняли детей. Вот на сегодняшний день уже закончили трудиться 890 подростков. Это сравнивать с предыдущими годами, то в два раза больше, чем в 2016-2015 годах. Мы в следующем году хотим создать горячую линию по этому вопросу, чтобы, если будут отказы, чтобы напрямую в департамент могли обратиться. Вот таких обращений в этом году было несколько, и мы смогли в свое время тоже помочь и трудоустроить детей. Ну, вот хотелось бы поблагодарить работодателей таких, как «Чистый город». Они трудоустроили 162 ребенка. Ненецкую окружную больницу они трудоустроили 97 человек. Это вот как раз как в городе, так и в сельских населенных пунктах. Центральную районную поликлинику 43 человека. Детский дом 41 и авиаотряд 36 человек. Это вот кто больше всего трудоустраивал. На селе больше вот трудоустраивали органы местного самоуправления. Это в Великовисочном сельском совете, это в Приморско-Куйском и Пёшском. Это, соответственно, 19, 30 и 22 человека. Дети работали на таких работах, как по благоустройству территорий, уборщиками производственных помещений, дворниками, делопроизводителями, администраторами, культорганизаторами. То есть работа была разноплановая, и опыт, который они получили, может пригодиться им в будущем. Владимир, у меня все. Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Сергей Свиридов.
поселке Искатели завершилась реализация федерального проекта «Городская среда». В порядок привели сразу три зоны отдыха. В частности, в одном из дворов появилась новая современная детская площадка. Муниципальное образование стало первым в регионе, которое досрочно выполнило программу. На эти цели из бюджета страны местные власти получили порядка 6 миллионов рублей. Сумма сравнительно небольшая, впрочем, этого хватило, чтобы сделать жизнь людей более комфортной. Именно они решали, какие дворы необходимо благоустроить в первую очередь. Подробности далее. Еще недавно на этом месте ничего не было. Уже сегодня здесь современная детская площадка, горка качели, деревянная песочница, яркие конструкции видны издалека. Небольшой игровой комплекс строители возвели всего за 20 дней. Это место выбрали не случайно. Так решили сами жильцы, когда весной вместе с представителями поселковой власти обсуждали план реализации федерального проекта «Городская среда». Прежняя площадка располагалась под линией электропередач. Взрослые боялись за своих детей. Впрочем, теперь можно не бояться. В скором времени здесь постелят мягкое покрытие. Оно защитит ребенка от ушибов при падении. А это одна из улиц микрорайона «Факел». Так она выглядела до реконструкции. Полуразрушенные септики и неухоженная территория. В рамках городской среды зону благоустроили. Здесь выложили новый тротуар, установили скамейки и модернизировали освещение. Небольшой объект, конечно. Но, тем не менее, мы в дальнейшем еще поменяем здесь деревья, подсадим. Будет какой-то небольшой такой парковая зона. Глава рабочего поселка поясняет, за благоустройство этой территории также выступили люди, проживающие в близлежащих домах. Ведь одно из главных условий проекта – городская среда, никакого навязывания со стороны чиновников. Граждане сами решали, что они хотят увидеть в конечном итоге. Вот только явно не такую картину. Казалось бы, ну что тут сложного убрать за собой мусор? Ведь есть же урны. Но нет, компания, которая здесь отдыхала, решила все это оставить аккуратно на земле. Пустые бутылки, пачки и окурки. Свинство по-другому не назовешь. Заметно преобразился и один из дворов по улице Монтажников. Несколько лет назад здесь установили детскую площадку. В этом году поселковые власти обустроили целую зону для прогулок. Комфортные пешеходные дорожки, современное освещение и газон. Чуть позже возле жилых домов вместо старых бетонных плит появится новый асфальт, а вдоль забора сделают парковочные места. Представители местной администрации признаются, так быстро реализовать проект «Городская среда» в Искателе удалось благодаря готовым проектам. То есть вся техническая документация уже давно была разработана. Они уже как бы были готовы, тем более детские площадки здесь сложного особо ничего нету, то есть подсыпка, дорожки, ну и как бы освещение. На самом деле этот проект у нас небольшие, то есть сами видите, как бы если бы денег было выделено больше, то соответственно и проекты были бы другие. На выполнение федеральной программы Искательская администрация получила порядка 6 миллионов рублей. Часть средств потратили из местного бюджета. Это тоже условия проекта. Между тем, на деньги муниципалитета в поселке этим летом установили детскую площадку на Ордалина и Тиманской, спортивный комплекс на Поморской. Там же появилась и зона для занятия воркаутом. Если дети будут, условно говоря, иметь место для отдыха и так далее, они меньше шкодить будут, я уж так называю. Вот сегодня они где-то там по лесу бродят, там занимаются, там что-то бьют и так далее. Да если они будут спортом заниматься, если территория будет благоустроена, это человека, наверное, приучает будет к порядку. Ну и вообще, ну нельзя жить среди песка постоянно. В планах местных властей установить детские площадки едва ли не в каждом районе поселка Искатели, как на собственные средства, так и на федеральные. Проект «Городская среда» рассчитан до 2022 года. Что касается Нарьян-Мара, то там реализация программы продолжается. Мэрия намерена благоустроить несколько дворовых территорий. Олег Атанзейский, Вадим Стасюк, Игорь Тарасевич. События недели. Такова была эта неделя. Какая будет следующая, узнаете из наших ежедневных выпусков новостей. Все самое значимое и интересное смотрите в следующее воскресенье в это же время на телеканалах «Север» и «Россия-1» Нарьян-Мар. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Салон «Фианит» продлевает сезон тепла и объявляет акцию «Бабье лето». С 10 по 20 сентября 25% скидки на все женские украшения.